Вот еще столько листьев под ногами, а уже зима. Привет, мои дорогие друзья и зрители! Мы находимся в Милане. Скоро Рождество, но погода такая, больше похожа на позднюю осень. Милан – большой город. Здесь мы бываем довольно часто, но сегодня мы идем смотреть одну уникальную достопримечательность – церковь Сан-Бернардино Алиоса. Я не говорю по-итальянски, так что сразу прошу меня простить, если что не так. Уникален не сам храм, уникальна его костница, то есть место хранения костей умерших. Костница была построена в 1210 году и декорирована костями умерших пациентов Миланской больницы, которая находилась по соседству. Храм был построен позже, в 1269 году. Это не то. Костницу мы увидели не сразу. Нет, это, тут много церквей, просто надо спросить у кого-то, где эта церковь. Да, все это найти не так просто. Тут вообще темно. Как в подземелье. Вы спросите, откуда столько костей? По этому поводу есть много версий. Говорят, что это жертвы чумы, которые покоились на местном кладбище, умершие заключенные,
и даже мученики. Говорят, что время от времени в Иисусарии перед алтарем танцует призрак невинно осужденной девушки. Стоянка велосипедов около церкви с черепами. Вот посетили. Долгий путь проделали, но специально для посещения этой церкви. Живые и мертвые, я бы сказала, в одном месте. Такой вот месседж. Сейчас ты живой, а потом будешь мертвым. Поэтому не очень-то гордись. Все там будем. Как вы, наверное, догадались, это видео было снято в прошлом году, в период пандемии. Тогда казалось, что нет ничего хуже, чем пандемия. Но оказалось, что испытания еще не закончились. А эта церковь, она вне времени. Извините, если видео показалось мрачным. Спасибо, что смотрите мой канал. Всем добра и мира.